Всем хай! И сегодня я бы хотел с вами поговорить по поводу канала и активности на нем. Я уже сделал подкаст на эту тему, но все же подниму эту тему еще раз. И да, я не удаляю канал. Пока. Я просто хотел с вами поговорить на эту тему, чтобы вы меня все-таки услышали. Почему же я постоянно забрасываю канал? Скорее всего, вы скажете про то, что я ленивый. Да, есть такое, я не отрицаю. Но все же основной причиной является отсутствие какой-либо активности со стороны подписчиков. В данный момент я пилю видео для 5-6 человек, а то и меньше. Так у меня нет никакой мотивации пилить видосы. Я стараюсь как-то разнообразить контент, параллельно с летсплеем и заливая свои треки. Но особых изменений в активности я не заметил. У меня на канале более 3200 подписчиков, но из них активны только 5-6 человек. Почему-то? Подписчики, где вы? Некоторые мне даже говорят, что я якобы накрутил, потому что у меня такая маленькая активность. Но ведь это не так, я никогда не накручивал подписчиков. Но, смотря на активность на канале и на количество подписчиков, можно и подумать про накрутку. Я не знаю, какой контент вообще стоит заливать на канал. Большинство видео я уже делаю тупо для себя, то есть их мало кто смотрит. И не имея активности, не имея мотивации, я и забрасываю постоянно канал. Еще недавно у меня случилась такая история. Я заказал микрофон за 1500 рублей, мне он пришел, но оказался бракованный. Таким образом, я просрал большую сумму денег в никуда. После этого случая я долго был в убитом состоянии, а затем... Было еще много таких неприятных, так сказать, моментов, которые меня втянули в глубочайшую депрессию, в которой я частично нахожусь и сейчас. Вот я вам и объяснил истинную причину постоянного забрасывания канала. Я постараюсь начать пилить монтажи, хотя я в этом не совсем хорош. Сомневаюсь, конечно, что вы меня дослушали до вот этого момента, но все же, если вы еще здесь, то можете поддержать меня лайком и подпиской. Ведь каждый ваш лайк мотивирует меня на создание новых видео и дает мне понять, что хоть какая-то активность на канале все же есть. Небольшая, но все же есть. А с вами был я, Пушкин, Бармороз, Боб де Бум, или же просто человек с отвратительным голосом. Всем удачи и всем пока.